В музее открылась выставка «Живое серебро» из фондов музейно-выставочного комплекса имени Ивана Шимановского. Экспозиция рассказывает о главной отрасли народного хозяйства округа – рыболовстве. Также посетители могут познакомиться с многообразием рыбной фауны Ямала и ее особенностями. Выставка будет работать до 30 апреля. Выставка очень интересная, разнообразные экспонаты из разных сфер. Здесь можете увидеть чучела стерляди, осетра. Здесь представлены интереснейшие работы Евгения Геннадьевича Хартаганова, Василия Викторовича Моисеева, графические работы. Здесь представлены сумки из рыбьей кожи, из осетра, налима и тайменя. Прекрасный нанайский костюм из рыбьей кожи.